объятия. Что с ними стало? И его разрушили за считанные часы. Отец не знал, что колыбель матери. Ее сравняли с землей. Еще одна битва и еще одно поражение. Затмение идет дальше. Затмение. Так и есть, зараженный Громозев. Выжившие должны были укрыться в горе. Если тоннель обрушится, они окажутся в западне. А я не смогу добраться до люка. Вот так! Разнесем гору! Поддержите Элой! Скорей! За Элой! За богиню! За великую мать! Ура! Вару! Там, и Сона! Они живы! Всем проблемам!
Ты спасла нас. Сделала то, что не под силу ни воину, ни вождю. Я так рада, что ты цел. Вару, все хорошо? Столько убитых. Столько горя. Хоть на этом все? Увы, нет. Это лишь одна битва. Будут еще. Ясно. Но пока у нас есть такой воин, как ты, мы все преодолеем. Расскажи про нападение. Как все было? Ударили с востока. Стражи видели убийц на подходе. За ними шли истребители и демоны, и другие машины в безумии. Мы их ждали, встретили их градом стрел. Но они все шли и шли. Наконец, мы отступили к вратам объятий и заняли оборону. Но их было много. Те, кто выжил, отошли к горе. Сколько человек уцелело? Почти все матриархи и многие семьи, хвала богине. Но воины всего несколько и почти все ранены. Ни один враг еще не наносил нам такого страшного удара. Даже Карха в годы красных набегов не могли прорваться к объятиям. Пусть этот враг и прорвался, но уйти не ушел. Мы не выпустили. Значит, выжившие укрылись в горе? Но ведь туда вроде можно только матриархам. Тирса нарушила запрет. Велела жителям спрятаться внутри. Лензра была против. Но в этом гомоне ее просто никто не услышал. Тирса спасла много жизней. Хорошо. Хоть в ком-то возобладал здравый смысл. Ты сильно ранен? Синяки сойдут. Кости срастутся. Не надо мне песен, говори как есть. Раны болят, но не так, чтобы я не мог драться. Мне нужно войти в гору. Матриархи тебя уже ждут. Знаю, но я пришла не к ним. Тогда зачем? Увидишь. Богиня, дай мне сил, чтобы помочь ей. Ты. А, Рэш, сторожишь выгребную яму? Не лезь ко мне. Хорошо, что я нашла Сону, да? А то какое же племя без вождя? Меня ранили в бою. Я не собираюсь извиняться. Разумеется. Не изменяй своей натуре. Почему ты до сих пор жива? Меня многие пытались убить. Хочешь тоже попробовать? Свидетели. О, не стесняйся. Великая Мартиша, молю тебя, забудь резкие слова, которые я вчера сказал. Элой, прошу, ты вернулась. Итак, ты наконец вернулась? Не просто вернулась. Прорубила путь сквозь полчища врагов. А еще она одолела зараженного Громозева. Она сняла осаду. Как ей это удалось? По воле Великой Матери. Так ты вернулась, чтобы поговорить с богиней? Да, можно так сказать. Теперь должно получиться. Сестры, мы не можем этого допустить. Из-за нее племя оказалось на грани гибели. Вдруг она призовет отца, железного беса? Она хочет погубить нас всех. Ей надо помешать. Лензра, хватит. Не стойте у меня на пути. Не бойтесь. Если я что и усвоила за это время, так только то, что есть люди пострашней, чем вы. Наконец-то. Проводится опознание. Ошибка. Альфа-реестр поврежден.
Справка. Альфа-реестр восстановлен. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сулы. Вы можете войти. Ты уже внутри. Как знала, что ты объявишься. Ну, приступим. Скорее продолжим. Это и есть Элифия. Здесь я родилась? Здесь тебя создали. Так это искусственные матки? Матери нового поколения, рожденного сотни лет назад. А я? Это что? Колыбели? Колыбели комплекса «Колыбель». А эти существа, исполнители, заботились о младенцах? Больше было некому. И еще день прошел. Ты хочешь сказать, свет потух? Я не хочу спать, мама. Я знаю, но сейчас вам пора отдыхать. А мне нет. Я сегодня король. Мое слово указ. Хочу увидеть солнце на небе. Не огоньки с картинками. Всему свое время, дети. Свое время, свое время, свое время, свое время, свое время, свое время, свое время. Здесь они жили? Какой беспорядок. Все сломано или испачкано. Сколько они тут прожили? Дети, давайте-ка побегаем, попрыгаем. Оставь нас, отец. После того, что случилось, я не могу оставить вас одних. Вы нарушили правила. Дай нам поговорить. Уходи. Простите, дети, но я должен за вами присматривать. Да ты ведь даже не человек. Вы расстроены. Давайте побегаем, выпустим пар. Я вынуждена вас выпустить. Но почему? У нас закончилась еда. А снаружи есть еда? Мы точно не знаем. Ладно, пошли. Не знаю. А мы сможем вернуться? Вдруг замерзнем? Простите, но это невозможно. Теперь вам придется выживать самим и помогать друг другу. А что будет с тобой? Я останусь здесь, буду спать и буду вспоминать вас. И что с нами будет? Вы будете учиться,
будете храбрыми. Когда-нибудь? Ты всегда так говоришь. Мы хотим сейчас. Нам много места. Сейчас, отец. Дети, эта зона пока недоступна. Вали его! Внимание, физическая агрессия. Физическая агрессия недопустима. А тебе можно? Чёртовы стражи! Дети, я могу вам помочь? Лекарь, уходи! Лена, у тебя небольшой синяк. Уходи же! Они провели тут всю свою жизнь. Видя перед собой все это изобилие. Что? Что произошло? Почему они не могли попасть в другие зоны? Неизвестно. Но у тебя такой проблемы не будет. Эту дверь они сильно не взлюбили. Она была заперта. Конечно, их это злило. Проводится обознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Собик. Можете проходить. Добро пожаловать в лице. Хранилище знаний. Так, что тут было такое? Мечта об Аполлоне. Так и не сбывшаяся. Но почему нет? Здравствуйте, ученики. Пожалуйста. Здравствуй, дитя. Возьмите вид. Меня зовут Самина. Его на голове. Сегодня я большой день. Твой первый день. Я облазил полмира в поисках визоров, которые можно было бы починить. Столько перспектив и возможностей. А здесь их целая куча. Внимание. Без дела валяется. Не исправимся. Аполлон отключен. Аполлон отключен? Ты была права, Элой. Это кладбище. Мавзолей знаний. Подумать только, чего бы мы могли уже достигнуть. Вдруг его можно починить. Но я сюда не за этим пришла. Конечно. Что стоят все знания человечества по сравнению с тайной рождения одной девчонки? Продолжай поиски. Продолжу. Пункт управления выводком 1. Приоритетное сообщение для доктора Собер. Просканируйте сообщение визором. Что-то важное. Да. Полагаю, сейчас мы много узнаем. Элизабет. Я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Что? Функция АИД полностью перехватит управление системой терраформирования после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока Аид не взял на себя управление, я готовлю реактор Геи Прайм к перезагрузке. Последующий взрыв должен уничтожить Аида. К сожалению, я также буду уничтожена. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность, однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машин? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи.
Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить гейм. Одну минуту. Это крайне неожиданно и неприятно. Аид отреагировал на мой приказ о самоуничтожении. Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Он... Они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... Ох... Файл альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение. Значит, все кончено. Жизнь погибнет? Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей-Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать Аида, если вы сумеете им воспользоваться. Не пытайтесь починить ядро системы, пока Аид функционирует. Аид должен быть уничтожен. Это все. Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У меня не было матери. В каком смысле? У тебя их две. Женщина и машина. Я не человек. Я инструмент. Изготовленный машиной. Рожденный в хаосе. В пламени. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть предназначение. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Гей-Прайм. Неисправность в модуле опознания устранена. Эбби-5, выводы качества. Доступ открыт. Должно быть любопытно. Прости! С тобой говорила богиня? Ну да. Что она сказала? Что я рождена, чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать и дальше. И ты это сделаешь? Такова ее воля. Для того я создана. Да, я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь. Слава Элой, избранной Нора! Слава Элой, избранной Нора! Хватит! Слава Элой, избранной Нора! Сначала изгнали меня, а теперь... Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас. И им всем грозит опасность.
За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Как тебе помочь? Если можете, готовы сражаться. Идите в Меридиан и ждите меня там. Как Элой сказала, так тому и быть. Нора, расступитесь! Дайте ей выковать тропу, по которой другие пойдут. Живым свидетельством милосердия богини. Да будет мне свершено правосудие над убийцами. Элой, как хорошо, что ты навестила меня перед уходом. Теперь сомнений быть не может. Ты — само благословение, воля богини во плоти. А, все не так просто, Тирса. Но сойдемся хоть на этом. Знаю, тебя поджидают опасности. Убить железного беса — это немыслимо. Но я в тебя верю. Спасибо. Племя понесло тяжелые потери, Тирса. Что же теперь будет? Лишь богиня знает грядущее. Уж как она решит. А пока я и мои сестры должны позаботиться о раненых. Как обещала, всех, кто решит примкнуть к тебе в Меридиане, мы объявим искателями. Я думаю, до поры до времени нам лучше оставаться внутри горы, поближе к богине. А, так будет лучше. Здесь хотя бы можно держать оборону. Тирса, расскажите мне про Раста. Почему его изгнали? Он не объяснил, сказал, дал обет молчания. Что он сделал? О, да, Раст. В чем он провинился? Если хочешь, я расскажу. Но это долгая история. Ты правда хочешь ее услышать? Конечно, хочу. Слушаю. Раст ни в чем не провинился. Он покинул племя сам. Что? Как это сам? Много лет тому назад, еще до помешательства, до красных набегов, на племя напал отряд кровожадных чужаков. 12 их было. Чужаки захватили пленников в молитве матери и пошли дальше, к жажде беса. Молитва матери? Где это? Теперь это брошенная деревня. На границе с Карха. Раньше там жило много семей. И семья Раста. Его женщина погибла, сражаясь с чужаками, а дочь была среди тех, кого взяли в плен. Дочь? Как ее звали? Алана. Ей было всего 6 лет. Воины не смогли остановить 12 чужаков и спасти пленников? Это было невозможно. Их было меньше. Но стоило подойти на расстояние выстрела, они убивали пленника. Зачем они сюда явились? Мы так и не узнали. Не смогли подобраться к ним достаточно близко. Мы знаем, что они 2 дня стояли лагерем у жажды беса. Оттуда были слышны такие странные звуки. Затем, так же внезапно, как пришли, чужаки снова перешли границу и исчезли. Что стало с дочерью Раста? Они ее убили? Раст был среди тех, кто шел по следу чужаков на расстоянии. Когда чужаки дошли до границы, с ними было 6 пленников, в том числе Алана. Никого не пощадили. Они перерезали пленникам горло и в насмешку бросили тела на той стороне, у границы.
Зачем? Жестокость. Они знали, что Вера запрещает нам покидать священную землю, и что мы не сможем пойти за ними. Думали, наша месть их не настигнет. То есть, значит, Раст пошел за ними? Так он стал изгоем? Нет. Раст был вне себя от горя, но все равно не осмелился нарушить запрет. Так что же он сделал? Он воззвал к самому потаенному и страшному обряду Нора. Искатель смерти. Вот кем он стал. Искатель смерти? Кто это? Тот, кто умирает ради поиска и несет смерть всем. Всем, кого найдет. Этот обряд забирает дух человека и отдает его в руки Великой Матери. Сердце бьется, сознание мыслит, но дух уже покинул тело. Я не понимаю. Раст пошел за чужаками, но его дух так и не покидал нас. Дух был здесь, с Великой Матерью. Раст забрал тела убитых и вернул нам. Затем он пустился в погоню, не как изгой, как орудие возмездия, как острая стрела, которая уже не возвращается. Но он же вернулся. Да. Целый год спустя, с ужасными ранами, он пал без сил у самой границы. Его обнаружил отряд охотников в бреду, в агонии. По закону, он должен был умереть там же. Но одна охотница нарушила запрет. Она дотянулась и втащила Раста на нашу сторону. Кто она? Воительница. Ее мужчина и двое сыновей погибли от рук тех самых чужаков. Так Раст не сумел отомстить? О нет, он убил их всех. Выследил по отдельности в разных уголках мира. Банур, Меридиан, Жила, владение Утару и еще дальше, запретный Запад. Последний чужак едва его не одолел. После Раст ковылял и полз назад домой, потому что хотел умереть ближе к священной земле. Он не ожидал, что его перетащат через границу и выходят. Он не просил об этом. Но это было сделано. И мы, матриархи, попали в затруднение. Почему вы не приняли его обратно? Раст стал искателем смерти, Элой. Ему больше не было места среди нас. По закону, здесь ему не было места. Но мы не смогли его выгнать, так что пошли на компромисс. Сделали его изгоем? Да. И только на том условии, что он никому не расскажет об этом исключении. После всего, что он сделал, что вынес, такова была его награда. Изгой? Раст был счастлив. Он не думал, что ступит на священную землю, а мы ему позволили вернуться в объятия к богине. Он знал, что остаток дней проживет в одиночестве, и был готов к этому. Но вы нашли меня и отдали ему. Да. Еще один компромисс. Матриархи боялись тебя, но не хотели, чтобы тебя растило племя. Мы обратились к Расту. Он мог позаботиться о тебе, научить почитать Великую Мать и уважать обычаи племени. Но он старался как мог. Он потерял родную дочь, а вы заставили его растить чужую? Не думаете, что это жестоко? С учетом всего произошедшего, можно сказать, что мы поступили мудро. И я уверена, с того момента, как вы встретились, он видел в тебе дар, а не обузу. Спасибо, Тирса. Ничего себе история.
Теперь мне пора в путь. Спасибо, что все эти годы вы помогали мне, как могли. И что рассказали про Раста. Я бы хотела сделать больше. Но что может одна женщина? Я одна. И сделала немало. Спасибо, Элой. Я помолюсь за тебя. Ладно, не повредит. Чистит землю от заражения. Мы должны верить нашей богине. Я не поняла знаки. Прости. Говорю же, никакая я не избранная. Прости, что я не постигла твою суть. И не постигнешь. Тебе не дано, Лензра. Прости меня. Встань с колен, Лензра. Живи на своих ногах с открытыми глазами. Я уверена, что они принято отомстить за то, что они сделали с нами. Она уничтожит болезнь, которая Элой, распространяется по мне. Не знаю, что сказать. Что будешь ждать меня в Меридиане? Конечно. Это просто. Но остальное... Сложно. Знаю. Но, может, если я отведу тебя в сердце горы... Нет. То есть, не сейчас. Не знаю. Ты только не сердись. Но богиня выбрала тебя, не меня. Да. Ну ладно, я пойду. Я всегда знал, что ты особенная. Ты тоже, Варл. Может, если мы все это переживем, я расскажу о том, что узнала. Может быть, если повезет. Увидимся в Меридиане. Моего племени больше нет. Я здесь не задержусь. Нора потеряли слишком многих, Рэш. Но утрата тебя мало кого расстроит. Да будь ты проклята, вместе с богиней. Мне здесь не место. Кажется, вот тут ты прав, Рэш. Пора тебе поискать новый дом. В их делах не останется ни одного воспоминания.